У мемориала в военном городке Петровское состоялся митинг, в котором приняли участие военнослужащие части 52-096. С праздником военнослужащих поздравили исполняющие обязанности командира 5-й дивизии противовоздушной обороны подполковник Александр Хитрин, настоятель храма Александра Невского священник Дмитрий Добыш, председатель Совета ветеранов 1-го корпуса особого назначения Анатолий Фурашов и начальник управления по территориальной безопасности ГУ и ЧС администрации Ленинского района Владимир Дмитрашко. Пожелаю вам крепкого здоровья, счастья, удачи, ну и всего самого наилучшего. Родителям, чтобы дождались своих сыновей с армии крепкими, здоровыми, невредимыми. Ну а офицерам, жена офицеров, терпение, еще раз терпение. И всегда враги пытались нас завоевать. И сейчас они не успокаиваются, ищут разные способы, чтобы нас обидеть. Но ваши сильные руки находятся на пультах, на секретных кнопках. И мы спокойно смотрим за их бессильными действиями. Военная профессия и офицерское звание вновь становятся почетными в нашей стране. Среди офицеров части случайных людей нет. Многие выбирали этот путь, беря пример со своих отцов. Старший лейтенант Сергей Бабков уже 7 лет служит в Петровском. По стопам отца, дедушки, все в родне военные, поэтому даже не задумывался. Среди присутствующих на митинге местные жители, которые так или иначе связаны с воинской частью 52-096. Поскольку мой муж прослужил в войсках больше 25 лет, то этот праздник наш еще и семейный, очень дорогой для нас день. И поэтому мы здесь. Хочется все равно поучаствовать, прикоснуться к армейским таким мероприятиям. В этот день отличившиеся в службе офицеры были награждены памятными медалями и военнослужащие срочной службы почетными грамотами. В конце мероприятия шефы воинской части, учащиеся Видновской школы номер 1, вручили солдатам подарки и письма, которые они сами написали.